Десятки зрителей собрались в этом живописном месте, чтобы посмотреть на захватывающее соревнование – прыжки в воду со скал. В Швейцарии на озере Люцерн проходит очередной этап международного чемпионата по клиффдайвингу. В этот раз первое место среди мужчин занял шестикратный чемпион экстремальных соревнований британец Гарри Хант. Среди женщин победила мать троих детей из Канады Лизан Ричард. Она пропустила прошлый сезон из-за травмы шеи. Следующий этап мужских прыжков пройдет 25 августа в Копенгагене, а женщины будут соревноваться в Боснии 8 сентября.